Сейчас я тебя проучу. Лови. Это все. Разберусь с тобой на раз-два. Упс. Тест на беременность. Вот так неожиданность. Что это? Быть того не может. Я опять беременна. Бластер заряжен и готов к битве. Секундочку. У нас будет малыш. Ты станешь папочкой. Мальчик или девочка. Скоро узнаем. Эй, я все еще здесь. Мы будем драться или нет? Ну же, нападайте. Ладненько. Лучший день в жизни. Котам вход воспрещен. Привет. Лежите ровно. Посмотрим. Волнительный момент. Ого, ребеночек уже готовится стать супергероем. Поздравляю с девочкой. О, моя милашка. Как у нее делишки? Ауч, еще и пинается. Вам противопоказан стресс. Сейчас выпишу рецепт. Будущим мамам нужен покой. Йога отлично помогает. Очень рекомендую. Делаем глубокий вдох и выдох. Что это так мерзко жужжит? Отстань от меня. Полетай в другом месте. Несносная муха. Никак не получается расслабиться. Ты совсем обнаглела? Кыш, кыш отсюда. Мое терпение на исходе. Проваливай, жужжалка. Чего она прицепилась? Надоела мне эта муха. Пора от нее избавиться. Суперкот, поймай ее живо. Сейчас разберусь. Я же потомственный охотник. Мяу! Поймать муху для меня пустяки. Куда же она делась? Ага, вот и добыча. Ничего личного, но ты слишком шумела. Хр! Ловлю! О, большая. Ай-яй! Я решил проблему. Ты молодец, но обрывать штору было не обязательно. Да, неловко получилось. Я не специально. Назад когти. От них куча дырок. Эх, опять зашивать. Надо исправить ситуацию. О, придумал. Пошью удобный костюм для беременных. Мне нравится. Дорогая, у меня для тебя кое-что есть. Вау, да у тебя золотые лапки. Надеюсь, подойдет. Ого, полная свобода движений. Спасибо. Рад, что ты оценила. А это еще что? Я стану самым счастливым папой. Жилет есть. Погремушка на месте. Соска зафиксирована. Чуть не забыл бутылочку. И финальный штрих – боевой раскрас. Готов? Всегда. Стартуем. Быстрее. И стоп. Клево. А где подгузник? Ой-ой-ой. Чего смотришь? Со мной что-то не так? Папа приколист. Ну и рассмешил. Не знаю, почему, но мне так смешно. Как его снять? Ребята, кто знает? А вот и я. Скучали? Ну, это уж точно привлечет внимание, Леди Баг. Чем больше, тем лучше. Кактусик просто прелесть. Сюда. Намечается драка. Эй, ты меня вообще видишь? Клининг-сервис? Да, кто же еще? Неожиданный поворот. Ну, почему бы и нет? Ладно, вон там нужно убрать. Как они туда попали? Столько мусора! И зачем я в это ввязался? Простите. Секундочку. Где-то я тебя уже видел. Наконец-то! Бей сюда! Ты ведь из клининга. Вот, не забудь вынести мусор. Что? Ничего не поделаешь. Тогда я пошел. Назовем ее кошечка. Звучит загадочно, правда? Нет, нам не нравится. Хорошо. А как тебе имя, кот Зум? Шикарно, а? Что? Нет, только не это! Я против! Твои варианты. Они все однообразные. Дай сюда. Сейчас покажу тебе класс. Просто добавляешь баг. Разве сложно? Ну вот, совсем другое дело, согласись? Ага, очень изобретательно. Ты чего? Отличные варианты. Ни за что! Они еще хуже! Нет, я не могу такого допустить. Мои имена были намного лучше. Серьезно? Я голодна. Ладно, забирай. Вкусняшка. Ловлю. Как она это ест? Объедение. Брокколи с нутеллой. Мое любимое. Последняя еда в доме. Нужна добавка. Не переживай, я закажу. Алло, доставочку на Трум-стрит. Да, побыстрее. Где их носит? Ваш заказ. Еле дождалась. Надеюсь, там тортик. Один момент.
На подходе самый отвратительный сэндвич во вселенной. Добавим немного сладкого и острого. Дальше слой сливок. То, что надо. Готово. Приятного аппетита. Ням-ням. Мы знакомы? Давай, я жду. Кто это сделал? Что-то не так? Это прекрасно. Спасибо. Вы мой спаситель. Вот, держите. Сдачи не надо. Но я же... Этот сэндвич и кислый, и сладкий, и очень острый. Супер закусочка. Не удержалась. Пора глянуть сериальчик. Слишком далеко. Не могу достать. Ко мне пультик. Что же делать? Котик! Ты не мог бы мне помочь кое с чем? Что случилось? Подними-ка пульт. Глянуть сериал или видео-оки-токи? Ой, я такая растяпа. Фух, заслуженный отдых. Хочу попить. Что это с тобой? Принеси мне стакан водички. Мигом. Вот водичка, как ты просила. Нужно срочно убрать, пока ничего не сломалось. Уже не хочу. Неси молоко. Быстрее. Молочко. Я передумала. Хочу фруктов. Окей. Фрукты так фрукты. Свежие и спелые. Газировку. Прошу. Нет. Ножки устали. Сделай мне массаж. Бедняжка Леди Баг. Чего сидишь? Приступай. Эй, а почему ты плачешь? Давай приютим хомячка. Перепады настроения. Я потерплю. Ты такой забавный. Класс. Поверить не могу. Наконец-то она уснула. Фух. Кажется, мне пора в мир. Хоть бы все сработало. Я рожаю! Кот, что делать? Только не паникуй. Погнали. Болит! Спокойно. С вами профессионал. Устраивайтесь поудобнее. Дышите глубже, мамуля. Я рядом. Ай, конец моим пальцем. Тушься, дорогая. Не ожидали. А вот и малышка. Сестра, подержите. Мои поздравления. Сюрприз. Она просто чудо. Это что, бражник? Получай. Не плачь, он тебя не обидит. То маленькая прелесть. Я тебя отучу воровать детей. Ой, кажется, я влюбился. Ну-ка, отойди. Познакомьтесь с дочуркой поближе. Остренькие коготки, прямо как у меня. Дети так быстро растут. Фух, мы дома. А вот и я. Бражник! Так, малышка, подожди здесь. Маме и папе нужно разобраться со злодеем. Попались? Получайте. Воу! Было близко. У нас мало времени. Готов? Да, дорогая. Эй, что вы делаете? Вот так. О, нет! Лучше беги. Острые когти. Невероятная ловкость. Ну, держитесь, злодей. Тебе крышка. Мяу. Ой, мне пора. Вот трусишка. Да, кажется, у нас много работы. Приступим. Потихоньку. У тебя получится. А теперь сама. Молодец. Давай, иди к папе. Ура! Я умею ходить. Смотри, это наш враг. Бражник. Подходишь поближе и бьешь его когтями. Вот так. А теперь ты. Ну, держи, злодей. Бей его. Ой-ой. Кажется, у меня дела поважнее. Да что ж такое? Никак не могу попасть. Проходи. Это твой новый дом. А это Маюра. Сущее зло. Фу, тоже мне злодейка. Смотри и учись. Вот так. Прямо в цель. Это мой дротик. Получай. Не так быстро. Ну все, ты меня достал. Грррр, хватит. Он первый начал. А ну иди сюда. Прекратите. Молодцы. А теперь помиритесь. Живо. Ты можешь перемещаться в пространстве. Смотри. Вау! Вот так. Твоя очередь. Да проще простого. Хоп. Вау! Мяу. Упс. Ого, ты в порядке? Я ударилась. Сейчас что-то придумаю. Зеркало. Ну-ка, попробуем. Ты гений. Хе-хе.
Коты такое любят. Смотри. Что это? Попался! Эй, ты куда? Да, работает. Вот ты где. Есть. Мяу. Она быстрая. От меня не уйдешь. Оп. Ой, что ты наделал? Мне страшно. Спокойно. Она могла пострадать. Суперкот такой крутой. Доставайте денежки. Несите их сюда. Возьми мои деньги. Вот еще. Забери их все, прошу. У меня для тебя кое-что есть. Вау! И что это? Это игрушка? Нет! Фух, поймала. Мышка! Мама! Я поймала мышку! Юху! Дорогой, ты должен что-то сделать. Ну что опять? Вперед! Папа, смотри! Стоп! Это что, мышь? Хррррр. Дай! Отдай ее мне! Нет, она моя! Ну, хуже эти коты! Они уже рядом! Приготовьтесь! Зачем же так топать? Бедные соседи! А вот и мы! Скучали? Привет, ребята! Ну, держись, злодей! Я тебе покажу! Мимо! Опять мимо! Тебе конец! Лови! Почти попала! Тренировалась! Ах ты ж! Стой! Прекрати! Что-то голова закружилась! Это тебе больше не пригодится! Эй! Попробуй отними! Я сдаюсь! Смотри, что у меня есть! Это не про йо-йо! Это супероружие! На, получай! Я думала, ты сильнее! Нет! Мой посох! Кажется, он застрял! Посох тебе не поможет! На! Это еще не конец! Я до вас доберусь! Сейчас мне пора! Стоять! Куда это ты собрался? Мяу! Попался, злодей! Хватит! Мы сдаемся! У меня для вас кое-что есть! Мяу! Свяжи их покрепче! Вы допускаете большую ошибку! За нами придут! Молодцы, девочки! Мы победили! Yeah. Слышите этот звук? Какой еще звук? Вау! Куда она пошла? Я за ней! Попалась! Отдай мне ее! Живо! Вот, держите, мистер гитарист! Так круто звучит! Лови! Нет! Леди Баг готова бороться со злодеями. Почти. Мои клыки жаждут денег. Тогда начнем. Первый уровень – прятки челлендж. Посмотрим, как вы умеете прятаться. Перед вами локация пряток. Ваша задача – спрятаться так, чтобы кукла вас не нашла. Игрок, который не справится, умирает. То есть выбывает. Счастливо оставаться, неудачники. Да, я лучший в прятках. Ага, размечтался. Брысь отсюда. Подвинься, синеголовый. Аманда, перестань. Давай, чихай уже, плюшевый. Ха-ха, будь здоров. Хотя это вряд ли. О, нет. Раз, два, три, четыре, пять. Какая она стрёмная. Я иду искать. Посмотрим, кто тут у нас. А вот и первая жертва. Мамочка. Не угадал. Игрок 3-5-1 Хаги выбыл из игры. Нет, так нечестно. Я еще слишком молод. Твое время в игре закончилось. О нет, только не томатный сок. Какая жестокая игра. Это только начало. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Нашла. Глупая кукла. Не такая уж ты и страшная. Ой, нашла. Игрок 001 Леди Баг выбыл. Пощади! Ой, фи! Я этого не вынесу. Осталось еще четверо. 1, 2, 5. Я иду искать. Эх, ауч. Неудобный кусок пиццы. Леди Баг выбыла. Прекрасно. Отлично играешь. Точнее, играл. На что это ты намекаешь, Уэнсдэй? Тебе конец, пушистик. Смешная. Кто же сдастся просто так? Им нас точно не обыграть. Точно.
Нейт, пора действовать. Будет сделано. Пора кукле услышать, что там бормочет Аманда. Денежки будут наши. Что за звук? Интересно. Вулли, кукла близко. А вот и следующая жертва. Привет, путешественница. Вот облом. Ну, может, хоть для кожи полезно. Игрок 067 Аманда выбыл. Эй, не понял. Привет, Кэтнэп. Это моя коробочка. Своей, что ли, мало было? Коварная Уэнсдэй. Берегись, ведь Кэтнэп еще коварнее. Немного повеселимся. 3, 4, 5. Я иду искать. Я слышу тебя, жертва номер 3. Все, хватит с меня прятаться. Я просто возьму и убегу. Попробуй догони. Это будет нетрудно. Ай, нет. Зря бежала Уэнсдэй. Игрок 2-4-0 выбыл. Продолжим. Я иду искать. Да, Уэнсдэй получила по заслугам. Я выиграл. А почему не объявляют победителя? Странно. Здравствуй, Кэтнэп. Кажется, я усыпил собственную бдительность. Игрок 029 выбыл. О-о, лучше бы молочком обливали. Первый уровень пройден. Игра в прятки окончена. Отлично, у нас есть победитель. Это вампир Натаниэль Спаркс. Серьезно? Ах, как здорово. Я так рад. Спасибо, очень приятно. Да, в первом уровне победил вампир. Спасибо. Спасибо всем, кто болел за меня. Что ж, я всегда знал, что я лучший. Уровень 2. Ваше задание – перебраться за красную линию. Все, кто не смогут этого сделать, будут уничтожены. Кукла следит за вами. А, кошмар! Бу, противный кот! Игроки приготовились. Игра началась. Ха, играть честно слишком скучно. Пора увеличить свои шансы на победу. Ой, с ума сойти! Бесплатные обнимашки! Тише едешь, дальше будешь. Раз, два, три. Что такое? Чего все замерли? Разве можно оставить его без объятий? Игрок Хаги выбыл. Что? Опять я? Не волнуйся, парень, больно не будет. Ну, может, чуть-чуть. О, нет! Бедняк, это было жестоко. Да, не повезло. Интересно, где он? Главное, что не здесь. Я должна победить. Продолжаем игру. Я не хочу, чтобы моя прекрасная личка пострадала. Лучше спрячусь. Ой. Раз, два, три. Прости, Нейт, но удержаться просто невозможно. Упс. Ай! Замечено движение. Ну, Уэнсдэй меня толкнула. Игрок 4, 5, 6 выбыл. Она шевельнулась первой. Прости, но слово куклы закон. Нет, только не мой чудесный макияж. Мне и в кошмарах такое не снилось. Выглядит и правда жутко. Неприятно, наверное. Не хочу пеной в лицо. Вот если бы это были сливки. Тише едешь, дальше будешь. Вперед! Нужно быть очень тихой и очень аккуратной. Просто буду внимательно следить за куклой. Нужен новый план. Пора отомстить коту. Посмотрим, какой ты умный. Что это? Какая прекрасная мышь! Раз, два, три. Попалась! Скажи привет моему желудку. Ой, вот это плохо. Попался. Но эта мышь шевелилась. Может, все-таки сливками? Нет. Мяу! Гадость. Как-то мне не по себе. Страшно. Нельзя сдаваться. Тише едешь, дальше будешь. С каждой минутой становится все опаснее. Это точно. Опаснее для тебя. Раз, два, три. Прости, Уэнсдэй. Оп! Ай! Аманда меня подставила. Убирайте ее. Замечено движение. Игрок 2-4-0 Уэнсдэй выбыл. Ну, бывает. Пожалуйста, не надо. Ай! Я еще отомщу. Это вряд ли. Замечено движение. Что? Ну, я же... Игрок 067 Аманда выбыл. Может, передумаете? Это вряд ли. Получай. Ай! А ведь все шло идеально. Я последняя. И до линии осталось всего пара шагов. Не верится, я дошла. Мне удалось. Ура! Последний игрок второго уровня. Сдаюсь. Не надо сдаваться. Леди Баг, ты победительница второго уровня. Поздравляем.
Правда? Как круто, спасибо! Пожалуйста. Я знаю, я заслужила победу, но все равно так приятно. Теперь у меня много баллов и все шансы получить приз. А ты не такая уж плохая, когда не работаешь. Пора переходить на новый уровень. Давай, Хаги, ты следующий. Ничего, тебе уже нечего терять. Эх, была не была. Жизнь меня к такому не готовила. Раз, два, три, командиром будешь ты. Серьезно? Ему конец. Да, тут я согласна. У него нет шансов. Хоть бы повезло. Ой! Игрок Хаги выбыл. А я так старался. Ух, в муке он выглядит страшнее. Хватит трусить, я пойду. Это не может быть настолько трудно. Тем более у меня есть помощник. Прости, Вулли, но пора тебе побыть подопытной овечкой. И как он тебе поможет? Он же овца. Вулли, проверь, где фейки. Все окей, можно идти. Отлично. Ну и счастливо оставаться, девочки. А мне пора побеждать. Приз будет мой. Куплю себе самую дорогую пилу в мире. Так, остался последний шаг. Оп. И он был неверный. Игрок команда выбыл. С Вулли я еще поговорю. Ух, не нравится мне это. Давай, Леди Баг, вперед. Я? Ну ладно, так, спокойно. Я же супергерой. Разве я с какими-то коробочками не справлюсь? Ладно, начну с уже проверенных. Так, пока что все идет гладко. Зеленое или синее? Ладно, пусть будет зеленое. О, нет. Бедняжка. Кто-нибудь умеет делать искусственное дыхание? Только без паники. Дорогу профессионалу. Леди Баг в надежных руках доктора. Видали? Медицинские безделушки при мне. Теперь тщательно осмотрим тело. Опля. Неудобная штуковина. Итак, признаков пульса не обнаружено. К сожалению, она мертва. Какой ужас! Но где же тогда убийца? Он не успел бы далеко уйти. Он среди нас. Синий? Уверен, это Аманда. Виноват вампир. Признавайся, врач. А почему сразу я? Что-то мне душно. Промочу горло. Ей-то водичка уже не понадобится. Ох, уж это несносная жажда. О нет, это же газировка Леди Баг. Она может быть отравлена. Стоп, а если наш кровосос прав? Мне крышка! Ай-ай, сердце прихватило. Пробил мой час. Хватит истерить. Ладно, молчу. Главное, не кипятись. Но как же нам разобраться, кто совершил это жестокое нападение на Леди Баг? Есть идейки. Зацените, кого я привела. А крошка Тики времени зря не теряла. Трепещите, хулиганы. В игру вступает детектив Элис. Распутаем эту криминальную интригу. Ничего себе. Давайте я вам помогу, мадемуазель сыщица. Опс, я мигом. Во-первых, особые приметы. Синие волосы и задумчивое выражение лица. Во-вторых, уши проколоты, а украшений нет. Пазл потихоньку складывается. Понятно. Убийца забрал серьги, личные вещи жертвы. Посмотрим. Мамочки, я трогаю настоящий труп. Фу. Но, похоже, она того стоила. Секретная записка? Возможно, в ней кроется разгадка. Не терпится прочесть сообщение. Мне нужна твоя кровь. Первый вещдок будет в целости и сохранности. Интересно, кто это написал? Есть подозрение. Да вы что? Я вообще ни при чем. Даю вампирское слово. Продолжим наш разговор в тюрьме. Не надо было сегодня идти к врачу. Ну, признаешься? Ауч, я и пальцем Леди Баг не тронул. Меня воспитали культурным вампиром. Я кровосос-веган. Подозреваемый номер один. И это все, что ты успел выдумать в свое оправдание? Он виноват. Попался, киллер. Нечестно. Улика против тебя. Колись. Слишком ярко! Буллинг прошел успешно. Фу, я слушаю. Выкладывай, как все было. У меня печет в глазах. Ух, отпустила. Поведаю вам свою версию событий. Жду не дождусь. Стоим мы, значит, в очереди. Версия вампира. Эй, ребята, нам грозит опасность. А-а-а, началось! Что происходит? Мороз по коже. Включите свет, мне страшно. Подходящий момент, чтобы творить шалости. Вулли, важное задание. Мой любимый нож. Бери, ты знаешь, что делать. Хитрый барашек спешит выполнить злобную миссию. Высоковато. Но кто сказал, что это меня остановит? Погнали!
Нельзя подвести Аманду, иначе мне влетит. Ку-ку, девчушка! Кто здесь? Ух, ну и кошмар! Вся жизнь перед глазами пролетела. Я сам не на шутку испугался. Убийца Аманда! Ничего нам не объяснишь. Беспредел, как вам не стыдно меня обвинять? Держи табличку ровно и не хмурься, преступница. Я приготовила для тебя особый сюрприз. Наручники? Вы взяли не ту, а злодей на воле. Обвинения с вампира сняты. Спасибо за сотрудничество. Посторонитесь, свидетели. Именно Аманда расправилась с Леди Баг. И кто из нас кровожадный? Я бы никогда ей не навредила. Признавайся. Я невиновна. Ну же, не заставишь. А вот твой приятель Вулли не так уверен. Сидеть. Ушастый не выдержит пыток. Можно с ним чуток помягче. Надоело. Говори. Спокойно. Как по мне, все произошло следующим образом. Версия Аманды. Стоим мы в очереди, и вдруг слышу, тот вампирюга раскричался. Откуда эти шорохи? Я с детства боюсь темноты. Ко мне, дружище. Уж ты-то не подведешь. И аккуратнее с огнестрельным оружием вещь. Что-то мне не по себе. О-оу! Свет включился, все попрятались. И лишь Венсдей не успела. Совпадение? Очень сомневаюсь. Ее рук дело. Звучит логично. Собирайся в тюрьму, Адамс. Переводите стрелки на меня? Я даже не была с ней знакома. Зачем мне убивать Леди Баг? Ты ведь любишь боль и мучения. Внимание в камеру, злючка. Зря я рассчитывала на справедливость. Сфоткала? Советую устраиваться поудобнее. Но, мисс сыщик, я не совершала преступлений. По крайней мере, сегодня. Репутация Аманды чиста, но расследование набирает обороты. Встречайте главную подозреваемую. Венсдей Адамс. Отпустите! Размечталась. Поболтаем по душам. Буду молчать, как рыба. Хорошо, хулиганка, но взгляни, кого мне удалось поймать. Наконец-то вся ваша криминальная компашка в сборе. А твои неприятности лишь начинаются. Святые скорпиончики, тут ты проведешь годы в одиночестве, вещь. Маленький Адамс не хочет прощаться со свободой. Передумала? Рассказывай, Венсдей, не томи. Ты не оставляешь мне выбора. По-моему, все было так. Версия Венсдей. Температура повышается, меня знобит, а вампир вопит про какую-то опасность. Это неудачный пранк? А если в темноте монстр? Угадала. Сейчас кусну тебя за бочок. Я тебе нелегкая добыча. Раунд первый. Кто же победит? Отстань, чудище. Получай. В итоге Леди Баг в нокауте, вампир в стрессе, остальные в шоке. Неплохая версия. Ах ты, лохматый злодей. Эти лапки никого не били. Детали обсудим на допросе. Сыр! Эх, до чего я докатился? Киси-миси не поймет. Как насчет перекинуться словечком, Синий? На самом деле я добрый. Только посмотрите на его яростные глазища. Бандитский взгляд. Мы не купимся на твои сказки. Ясно как день. Аги-ваги, убийца. Ты ее прихлопнул. Неправда! У вас нет доказательств! Я рассчитываю на чистосердечное признание. Мне нужны факты, Хаги. Опиши момент преступления. Я слушаю. Ладно, сыщик. Убери лампу, а я поделюсь догадками. Версия Хаги-Ваги. Я уже почти дождался своей очереди к врачу, как вдруг пропал свет. Кто там копошится? Предупреждаю, у меня суперсилы. С зубами разберемся позже. Настало время страшных укольчиков для Леди Баг. Неужели в печеньке говорилось обо мне? Я влипла. Ты его не получишь, он мой. С чего ты решила, что это твое? Что такое, младшая? Меганы снова лезут не в свое дело? Хотите бой? Вы его получите. Держи, мам, самый тяжелый снаряд. Сейчас мы их проучим. Ложись! Покажи, мамочка. С огромным удовольствием. Огонь! Осторожно, детка! Ну все, вы доигрались. Подавай. Это ты подойдет? Нужно что-то посерьезней. Я верю в тебя, малышка. Задай им жару. Ну вот, запачкалась. Эй, а это что? Так, мелюзга, разошлись. Это серьезный вызов. Взрослые разберутся. Это не мой ребенок. Следующий раунд. Принглс челлендж. Я всю жизнь к этому готовилась.
Прости, малыш, здесь Орбис. Наш черед. Я выбираю тебя. Ничего не вижу. Они поплатятся за это. Думаю, чипсы будут здесь. Поможешь? Конечно. Получилось? У Победы приятный вкус. Еще и хрустит. Рано радуйтесь. Еще мой ход. Я выбираю тебя. Кажется, я выбрала пустой. Нужно больше слушать интуицию, и тогда это к вам придет. Что? Постой, тут что-то есть. Сейчас посмотрим. Ура! Плюс один балл! Отлично. Мы сравняли счет. Дальше. Кто начнет первый? Сперва поймем, что это. Ага, а конкурс с огоньком. Мама, мы на такое не подписывались. Ни за что. Тогда будьте хорошими девочками и не мешайте мамам. Согласна. Можете пока поиграться, а мы все решим как взрослые. Ты уже готова проиграть? Хочу сперва посмотреть на тебя. Тогда я первая. Попробуем. Оно хоть тянется? Неплохо. Тебе просто повезло. Кажется, это несложно. Надеюсь, это не отрава. По вкусу неплохо. Слушай, может, дети зря боялись? Я так не думаю. Все-таки тут есть кого бояться. Смотри, не прожги все микрочипы. Это что, конкурс без подвоха? Я не поняла, он что, просрочен? Горячо! Ты закончила? Хочу попробовать микс. Мне что-то попало в рот. И как она не размокла? Я так и знала. Еще одна победа в нашей копилке. Я все правильно сделала? Наверное, это первое состязание. Как интересно. Мы от вас мокрого места не оставим. А что делать? Меганы начинают и побеждают. Оу, вот неудача. Ладно. Ага, это как в игре кальмара. Думаю, у меня больше шансов, я же легче. Куда дальше? Попробую этот. Этого мне не хватало. Следующий. Я в тебя верю, не подведи. Смотри, я уже почти в центре. Ой, провалилась. Я постою за нашу честь. Кажется, проваливаются только розовые. Может, в этот раз не так? Как сложно. Мамочка, может, упростим ей задачу? Ага. Я все придумала. Ей не хватает попутного ветра. Тогда давай направим ее. Эй, это еще что? Вот же поганки. А теперь отойди, ты заслоняешь нашу победу. Теперь дайте до конца проще загадки на хлопьях. Лучше перестраховаться. Посмотрим безопасно, а значит, победа за нами. Бал моей команде. А кто бы сомневался? Дальше. А куда делись мои пираньи? Я готова начать. Кто первый? Теперь твоя очередь, Меган. Очень мило с твоей стороны. Давай покончим с этим. Позволь мне. Стоп! Главное, что спица у меня. Все-таки достала. Провожу сканирование. Оставим сувенир для Венсдей. Ага, давай быстрее. Ого, какое облако! Это значит, что победа за тобой. Поздравляю, Меган. Благодарю. Полный вперед. Слишком просто даже без вилок. Готовься к горькому поражению. Надеюсь, торт низкокалорийный.
Горчичный торт. Звучит неплохо. Ну что, приятного аппетита. Твой ход. Я так не хотела перебивать себе аппетит. Обожаю домашнюю кухню. С тортом я их не пробовала. Будут вместо свечек. Аппетитно. Это просто объедение. Моя очередь. Тебе стоит зарядиться. Запущено резервное питание. Так как ты посмела? Моя месть будет сладкой. К следующему раунду. О, уверена, нашего робота снова закоротит. Я первая. Пронесло. Отойди. Только не... Фу, это было близко. Венсдей, куда она делась? Теперь я готова. Даже если я проиграю, я этого не почувствую. Трусиха. Пропусти меня. Банзай! Довольно. Немного. Мамочки, смотрите, что мы принесли. Пиньята. Представлю, что это Венсдей. Так бы и треснула ее. Размечталась. Давай, крошка, размахнись посильнее и выбей оттуда все. Ты справишься. Ты сама знаешь, что делать. Оставь, у меня есть нечто лучше. Ну все, девочки, приступайте. Я папа! Нет, я первая! А где конфеты? Тут только конфетти. А я уже одну нашла. Я тоже. Мне достанется больше. Понятно? Да у тебя сейчас щеки треснут. Давай, детка, у нее нет шансов против тебя. Давай, малышка, поднажми. О, я объелась. Как тяжело. В жизни столько не ела. Надо пересчитать. Так, иди. Тебе сейчас лучше полежать. Продолжим сражение. А вот и следующее испытание. Ничего себе, в этот раз с призами. А что достанется победителю? Айфон? Не бойся, я сниму его оттуда. Но для начала стоит размяться. Трон-трик! Для начала неплохо. Выше ты бы и не смогла. Смотри и учись. Разогреем связки. Хотя, я, пожалуй, полечу. Пока-пока. Ну, куда же ты? Спустись на землю. О, не смешно. Я знаю, что ты положила глаз на главный приз, но он достанется только мне. Заряд заканчивается. Хорошо, что у меня с собой пауэрбанк. Жаль, его тоже нужно заряжать. Готово. Пора побеждать. И не мечтай, железяка. Да-да, скажи это моему новому айфону. Что? Минус балл? Я же победила. Это несправедливо. Ха, нужно было забрать больше. Минуточку внимания. Наш спонсор хочет передать кое-что для участников. Как вы думаете, для кого это? Ведь внутри один бонусный балл. Кому же он достанется? Меган или Венсдей? Мне не сказали. Поэтому, ребята, напишите в комментариях, кому бы вы отдали бонусный балл. Все решаете только вы. Будем ждать. Спасибо, ребята. И что на этот раз? Я уже видела эту игру. Нужно скатить шарик в тарелку. Не думаю, что у тебя что-то получится, Меган. Вот давай проверим. Есть! Что? Только не это. А я тебя предупреждала, подставляя лицо. Эй, она что, прилипла? Отпусти! Суперклей так просто не отпустит. Можешь подождать в тарелке. Ну все. Ты напросилась. Запускай. Попала. О, кроличий крат. К нему вернулись его розовые ушки. Это просто унизительно.
прыгай отсюда, я готова. Получилось, я заработала еще один балл. А ты говорила, у меня не получится. Тебе просто повезло. Я вернулся с результатами. Это невероятно. Бонус балл получает... Одну секундочку. Wednesday! Поздравляю! Это заслуженная победа. Магический котел у нас. Держи, крошка. Вау, спасибо, мамочка. Идем подальше от этих лузеров. Ты всего лишь моя копия, превосходящая тебя во всем. Это мы посмотрим. Оу, освежает. А вот и конфетти для победительницы. Рано радуешься, Меган. Что? Я докажу тебе это раз и навсегда. Я лучшая. Надеюсь, выпадет что-то сладкое. Ура! Иди к мамочке. Вы станете настоящим украшением моей победы. Вот так-то. Посмотрим, что у колеса для меня. Только не это. Это несправедливо. Но ничего, я и не с таким справлялась. Ну что, еще один рецепт для английской кухни. Бон аппети. Съела, Барби? А вот я точно все съем. Меня сейчас тошнит. Давайте следующий раунд. Новая начинка? Это мне по силам. Киви со сливками – это просто топ. Если все конкурсы на поедание тортов, у тебя нет шансов. Не смей во мне сомневаться. Я готова ко всему. Да что за день такой? Ну, горчица так горчица. Объеденье. А как полезно, даже говорить не хочется. За дело. Фух, а тут жарковато. Ты ненормальная! Ты же сгоришь! Ты просто завидуешь! У тебя нет шансов! Мамочки, как страшно! Что? Видела бы ты себя! Давай реванш! Окей, проучу тебя еще раз! Что происходит? Эй, я же нажимаю! Неплохо, да? Ты все подстроила! Я буду жаловаться! Давай после следующего раунда. Да, это все не мешало бы запить. А где моя банка? Ничего себе. Надеюсь, мне повезет. Ну, пожалуйста. Спасибо. Я выберу сама. Отличный размер. Так было можно? Нельзя отставать. А это будет даже забавно. Где же ты начинаешься? Нашла. Нужно успеть раньше, Меган. Глоток наслаждения. Сколько там еще литров? Фух, она что, уже почти допила? Давай, Барби. Это было потрясающе. Роботы за экологию. Это что, еще и банку есть? Процесс почти завершен. Трум-трик. Еще и сувенир в честь победы. Побеждать нужно со вкусом. Совсем забыла. У нас же челлендж. Я готова. А ты? Погнали. В этот раз без тортов. Если их нужно съесть, то у Барби нет шансов. Интересно, что мы будем рисовать? Вау, это же Пикачу. Я нарисую его первой. Посмотрим, может ли машина создать шедевр. А что там у Барби? Ха, куда тебе до меня, Меган? Рисуешь, как второклашка. Тоже мне Пикассо нашлась. Время плана Б. Включить распечатку. Загружаю изображение. Готово. Еще пару финальных штрихов. Совсем забыла про тонирование. У меня все. Смотри. Ты не переплюнешь это. Мой Пикачу лучше. Ты ничего не понимаешь в искусстве. Ребята, напишите в комментариях, у кого Пикачу получился лучше. Ты же знаешь, что у меня. Ладно, что там дальше? Привет, робо-брат. Что говоришь? Танцевальный челлендж? Зачем ждать? Мой танец настолько же прекрасен, насколько ужасно ты. А,
a Barbie girl in a Barbie world. Megan Toxic, а я Тостик. Может, тебе вызвать скорую? Или это и есть твой танец? Ого, это слишком громко. У меня сейчас перепонки лопнут. Ты можешь их отключить? Есть идея получше. Ты ее все время жевала? Твой правый, мой левый. Вечеринка окончена. Нечего разбрасываться вещами. Давай новый челлендж. О, я знаю эту игру. Сейчас покажу, как надо. А какие награды? Ну, этого у меня куча. Что дальше? Айфон? То, что мне нужно. Меган, наблюдай мой триумф. Сперва разомнусь и вуп. Вот глупышка, даже не дочитала. Yes! Эй, а где iPhone? Ты что, не видишь, здесь только коробка? Ну почему мне так не везет? Потому что нужно целиться выше. Хватит на сегодня сладостей и наушников. А это не так просто. Ну вот, уже почти дотянулась. Давай еще чуть-чуть. Получилось. Ура! Снова все не так. Меган, это нечестно. Победителей не судят. Это все еще моя нога. Вот же несносная. Он должен был быть моим. Кажется, нас ждет следующий раунд. Так вкусно. Мы принимаем вызов. Я готова съесть хоть свой ботинок из этого фонтана. Так тоже хорошо. Ну что, малыш, пришло время искупаться. Попробуем? Но я тоже хотела киндер. Может, повезет? Вот бы попался. Мусор? Ну нет. Это уже кто-то ел. Это продуктовый секонд-хенд? Ладно, думаю, шоколад перебьет вонь. Не притворяйся, что ешь это впервые. О нет, что произошло? У меня хвост как у рыбы. Тебе бы еще ее молчание. Это не смешно. Жми дальше. Ау! Ой, что это? Тут пусто. Ну что, малыши, теперь играем в баскетбол. 1 балл. Кажется, я поняла, как играть. Отдай ее мне. Сегодня я кетчер. Хозяйка, давай через себя. Поймала? Давай еще. Что, завидно? Подумаешь. Меган, на тебя летит огромный медведь. Он падает прямо на тебя. Какой еще медведь? Уже поняла! О, как раз вовремя. Как я могла его пропустить? Теперь моя очередь собирать призы. И, кажется, главный тоже мой. Ух ты! Какие милые маффины. Эй, я же помыла руки. Точно, это же парный челлендж. Придется доставать Меган. Ладно. Слезь с меня, гора плюшевая. Давай помогу. Спасибо. Я его почти сбросила. Ну что, пора за дело. Ты готова? Готова. Призы точно спрятаны в этом сундуке. Но как его открыть? Может, ключ в одном из маффинов? Тогда мой побольше. Вот этот ничего такой. Посмотрим, есть ли в них ключи. В моем только курага. Провожу анализ. Очень вкусно. 2 руки, 2 скорость. Ам! Нашла ключ? Пока нет. Не смотри так. Уверена, он рядом. Стоп! Что? Снова еда с мусорки? Меган, смотри! Прикольно. Давай я попробую. Ам! Класс. Остался последний. Почему я сразу так не сделала? Это ключ. Ура, ты справилась, Барби. У-ху! Давай же открывать призы. Уверена, там что-то очень ценное. Наверное, золото. Что же, это ошибка? Меган, тут еще маффин с червями. Гадость, посмотри. О, добавка. Делишес. Еще и хрустят. Интересно, кто же все-таки победил? Теперь можете выставить его на карту. Угу. Раз все готовы, новый сезон игры «Кальмара» объявляется открытым.
Ха. Эй, маме, что будешь делать, когда выберешься? А? Всем участникам подготовиться. Начинаем состязание. Хм? О, вы тоже это слышите? О, музыка улет! 1, 2, 3. Цель обнаружена. Вы выбываете из соревнования. Что это только что было? Эй, Меган, а какой у нас план? А? Давай ее схватим. Замрите. Главное не... Анализ движения. Только не падай. Нет. Поражение. Следующий раунд. Эй, ты думаешь, ты тут одна с лазерами? Получай. Ошибка, ошибка. Никакой ошибки здесь нет, подруга. Я лучше. Поздравляю с победой, Меган. Это только начало. Интересно, что дальше? Ваше новое задание. Вам потребуется собрать пазл на стене. О, что-то слишком просто. Время пошло. Приступайте. Скорее к пазлу. Давайте быстрее. Меган, кажется, у нас совпадает рисунок. А, я подберу другой. Ого, как они это сделали? Ну вот. Эй, Хаги, чего стоишь? Помоги нам. Так бы сразу. Это последний. О, смотрите, мы успели. Мне кажется, это дверь на следующий уровень. Попробуй открыть ее. Давай заглянем. Вау! Вперед! Постойте, подождите меня! Оу! Ау! Как же больно! 3, 2, 1! Начали! Не отпускайте! Они слишком сильны. Ребята, поднажмите. О, нет. Мы так просто не сдадимся. Ну же, получается. Вау! Вау! Мы что, проиграли? Победа монстров. Ура! Ну и кто сомневался, а? Отличная работа, команда. Мы проходим дальше. Только лузеры мне не команда. Не могу дождаться следующего соревнования. Участники, сделайте один шаг вперед. О, такое простое задание. И это все. Еще ничего не началось. Возьмите оружие. О, ватные палочки для великанов? 1, 2, 3. Пусть устоит сильнейший. Берегитесь, куколки. Ну что, кто на меня? Подходите. Я так проголодался. Вкуснотища. Вот бы достать еще. Хаги, ты что делаешь? Очень вкусно. О, кажется, я нашел добавку. Он нам все испортил. О, это же не по правилам. Если бы не игра, я бы его задушила. А, делишес. Спасибо, что покормили. Ой, что-то мне нехорошо. А, держись. А, что? Прости, маме, это все газики. Я что, остался один? Ура! Я победитель! Можно без аплодисментов. Вот негодяй. Кто победил? Я победил. Хаги самый лучший. Ура! 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 Следующее задание. Куда сложнее первых. Иди раздай им. О, ура! Печеньки! Хаги никто не кормит? О, я что, снова первый? О, да, я опять победил! У-у-у. Это не тот конкурс. Что? Только не это. Да как оно открывается-то? Отлично, нужно быть очень аккуратной. Я не могу снова проиграть. Так, тут нужно задействовать секретную тактику. Так будет гораздо легче. Какое твердое печенье. Нужен инструмент попрочнее. Меня никто не остановит. Ну что, до сих пор на месте? А можно не черствое печенье, а? О, нет! Оно рассыпалось. Нет! Вот же неудачница. Лазерное зрение куда полезнее лишних рук. У меня все готово. Принимай, кукла. Принято. Вы прошли.
А, да ладно! Не могу поверить! Мы протестуем! Делайте, что хотите. Очки говорят сами за себя. Но это же нечестно. Я подам на тебя в суд. Кажется, началось. Меняемся. Прекратите. Фу, кажется, успела. Лишь бы мне повезло. А, только не слайм, только не слайм. Фу, кажется, пронесло. А, ура, ура. По теории вероятности, у меня тоже счастливое ведро. А, так я и думала. А, это что получается? Я уже проиграл? А, можешь подойти? А? Что такое? А, ведро заклинило. Ты можешь проверить? Сейчас посмотрим. Вчера работало. Оу, как же мокро! Отличная работа, Хаги. Что происходит? Какой стыд! Купился лузер. Не на того напали. А теперь танцевальный батл. Хаги, иди. Или ты, Маган, давай не подведи. О, вот же не повезло. Ну ладно. Это было ужасно. Что? Вы ничего не понимаете. Давай, Хаги, ты справишься, ты чемпион. А, я уличный танцор. Это моя стихия. Попробуй себя в другом. А тектоник, а? Чувак, это отстой. Что? Да у тебя просто нет вкуса. Король покидает здание. Ха. О, у меня есть план. Я знаю победный танец. Мы точно победим, согласны? О, вот это я понимаю танец. А не эти судороги под музыку. Это я про тебя, Хаги. А, да что не так? Я же главный хореограф. Как он мог со мной так поступить? Мистер Хаги, вас нужно припудрить. А, уйди, здесь я звезда. Это мое шоу. Надеюсь, вы готовы к следующему испытанию. О, если оно кулинарное, то, конечно, готов. Минутку. Да, я готовился к этому всю жизнь. Эй, куда ты идешь? Оставь мне. Ох, как это жестоко. Почему мир так несправедлив? Вы, наверное, проголодались. Это вам. Вау, сколько сладостей. Время пошло. Так вкусно. Я бы и сама все съела. Эй, оставь и мне. А? Вам меня не обогнать. О, много еще. А? Это не буду. Клубника. Время вышло. О, как же я объелась. Сейчас мы узнаем победителя. По фантикам победил номер один. Смотрите, Венсдей. Где? Так лучше. Наверное, убежала. Действительно. Давайте еще раз. Вот наш победитель. Держи кубок. В этот раз победа моя. Познакомьтесь с новым испытанием. Измеритель силы. О, а это уже по мне. Я буду первой. Сейчас покажу им Тур де Франс. Включить вторую передачу. Третья. Да. А что? И как ее победить? А? Остановись! Фу, это было просто. О, она его чуть не сломала. Давай следующий. Давай, Хаги, мы справимся. Только чур ты первый. А, ладно. Эй, а что с тренажером? А? О, маме! О, я пас. А, мы победили? О, я так и знал. А, что дальше? Следующее задание – красная линия. Вам нужно пройти от начала до финиша, не заступая за линию. Ну как? Вы что, шутите? Становишься в начале линии и идешь по ней, как по бордюру. А? Что может быть проще? Вам ясно? Ха! Вот так легкотня! Отлично, начнем с тебя. Держи повязку. О, я справлюсь даже с закрытыми глазами. Отойдите. Хорошо, теперь возьмите по коробке. Мамми, гоу! Ага. Так, мамми, не забывай про баланс, да? И про нас не забывай. Это не смешно. Твоя очередь. С радостью. Okay. Вам не сбить меня с пути. Это мы еще посмотрим. Вот западня. Разойдитесь. Иди, Хаги. Ха, легко. Лунной дорожкой прошелся по вашей мечте. Готово. Заряжай.
Маленький шаг для Хаги и огромный. Кидай! Шаг для... О, за что? Уделали тебя. Давай пять. Кто победил? Без победителя. Этот раунд для двоих. Пощечина с кремом. О, готовь щеки, Меган. Один, два, три, начали. Готовься к поражению. Ну-ну, давай, Меган. О, можешь так не стараться. У тебя нет шансов против мамы и ее длинных рук. Не могу поверить. Мамми победила. Где моя награда, малыш? От мамы стоило ожидать грязный прием, такой же грязный, как она сама. У меня нет слов. Ха, проголодались. О, так интересно, что же у меня под барашком? Фу, гадость. Участники, на старт. Я что, в раю? Боже, что с ним? Ты видишь то же, что и я? Он просто чудовище. Это шедевр. Можно мне еще, а? Эй, забирай. Ням-ням-ням-ням. Конкурс. Дай сюда. Меня не остановить. А что наделал? Это был лучший конкурс. Побольше бы таких. Ух, жарковато сегодня. Как насчет дождя? Ого, сколько денег. Вау, я смогу купить себе новую прошивку. Это мое. Не забывайте, я мать. Мне нужнее. Эй, дай сюда. Хаги, верни. Улов на стол, дамы и Хаги-Ваги. Фу, аж легче стало. Это нечестно. Давай вскинем на глаз, сколько тут. Уже явно меньше. А, она что, ненормальная? Меган, чем ты думаешь? Несносная. Нужно радоваться малому. Победила Меган. Не деньга, счастье. Это ваши баллы на текущем этапе. О, как же хорошо. О, здорово ты его уделал. Следующий конкурс проверит вашу меткость. Кажется, в этот раз не получится схитрить. Ну и как же пройти это испытание? Да все просто. Правда, Дэйв? Держи, иди к стенке. А, так хорошо. Ага, а здесь будут ваши снаряды и орудия. Делайте свой выбор с умом, у вас только одна попытка. Мне кажется, я не справлюсь. А я готова рискнуть. Я буду первой. Напоминает Angry Birds. Начну с красного, если ты не против. А, постой. Надень мишень. А, уже? Ладно. Держись, Дэйв. Что? Я на это не подписывался. Он что, будет двигаться? Соберись, Меган. Огонь! Ха, промахнулась! А ну-ка, посторонись! Пропусти профессионала! Лови, Дэйв! О, ты думаешь, я на это куплюсь? Воу! Ну ты даешь. Теперь моя очередь. Тебе от меня не убежать, Дэйв! Ну кто так завязывает шнурки, а? Маме тебе поможет. Эй, что происходит? Это нечестно! Ну да. Пожалуйся, мамочки. Ну а теперь приготовься. Ха-ха. Теперь тебе от меня не сбежать. А, пожалуйста. Оу!